Приморском крае в связи с подготовкой к саммиту глав Азиатско-Тихоокеанского региона развернулось масштабное дорожное строительство. В том числе строится новая дорога – поселок Новый Дефрис, Седанка-Бухта Тихая, и реконструируется федеральная трасса М-60. Возведение новой магистрали в сжатые сроки с максимальными требованиями качества дорожного полотна требует применения мощной и надежной техники. На базе филиала УСК «Мост» в городе Владивостоке прошли испытания нового для Приморья агрегата – «Гамака GT-6300». Это бетонноукладчик монолитных профилей. Он позволяет производить бордюры и водосточные канавы, боковые и разделительные парапетные ограждения. А при смене рамы его можно использовать для бетонирования полотна проезжей части шириной до 6 метров. Возможности производства различных видов дорожных бордюров ограничены только количеством профилей опалубки. Компания «УСК «Мост» уже сейчас использует подобный агрегат на строительстве дороги поселок Новый Дефрис, Седанка, Бухта Тихая. Это бетонораспределитель «Гамака PC-2600». Первый участок новой магистрали будет асфальтобетонным. Таких дорог в Приморском крае еще не строили. Бетонирование полотна доверили компании «УСК «Мост». У ее специалистов большой опыт подобных работ. За несколько месяцев им забетонировано 4800 метров. Это примерно треть всех предусмотренных по проекту работ на участке поселок Новый Дефрис. Бетоноукладчик «Гамака» охватывает весь цикл бетонирования. Самосвалами перед агрегатом подается бетонная смесь, а дальше он сам ее равномерно распределяет по ширине проезжей части. Затем на плиту будет укладываться асфальт. Такое покрытие в среднем в 6 раз долговечнее, чем асфальтовое. Данил Гончарук, Игорь Лещук, пресс-служба филиала УСК «Мост» в городе Владивостоке.